Привет, с вами Артик FPV. И сегодня мы поговорим об волнующейся в теме. Ну, или не всех, но я думаю, вам будет интересно. HD от FatShark. SharkBite, Bite First. FrostBite. FatShark очень долго работал над этой системой. Они даже недавно, как полгода назад, год, по-моему, уже послали батч с экранами такими. Короче, было весело. Штука у нас состоит, комплект вернее, из камеры Nano HD, маленькая камера, видеопередатчик, aka VTX, и, собственно, модуль, что-то там стучит, шумит, модуль для очков. Я взял еще отдельно MMCX антенну. Вот, собственно, приступим. Все это счастье в виде камеры, тадам, от Vancama, стандартный оранжевый цвет. Есть коннектор внутри, такой, типа, сама камера и скобочка для крепления. Камера очень маленькая, собственно, крепление коннектора, сама камера. Для сравнения, камера, на которой я летаю, это мини. Falcor, Cat, неважно. Это конкретно Falcor. Хотя, раз я уже показал, рекомендую Cat 2. Есть видосик, который показывает, как работает Cat 2 Mini. Так вот, к нашим барашкам. SharkBite. Та-дам. Бумажечка. Сразу пишут большими буквами, рисуют. Пожалуйста, убедитесь, что у этого счастья есть достаточно воздуха, оно охлаждается и не сгорит. Я получил мануал. Я постараюсь добавить линк в видео. В нем написано, что у него есть два режима. Ты можешь поставить на режим 25. Он умеет 25, 250, 500. 100, по-моему, тоже умеет. Ты можешь поставить, чтобы было 25 до арма, потом, собственно, сколько сказал. Так вот, эта штука состоит из двух частей. Две платки такие, скрученные. Как это маунтить? Поговорим позже. Сверху есть два коннектора для питалого раунд и вибат. Он умеет до 6S. Они говорят, что если 6S, то будьте, пожалуйста, аккуратны, осторожны. Желательно от 3, да? 3-6S. Если 6S, то, пожалуйста, обращайте внимание, что есть конденсатор. Желательно еще на 6S покупать феттековские спайк-абзорберы. Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Но если вы знаете, что это, или не знаете, купите, поставьте, будет хорошо. Перепады напряжения могут его убить. Снизу на нашей BB-board RF-board, то есть радио, платка с MMCX, такой коннектор, и, собственно, всем, что отвечает, я так понимаю, за видеопередачу, какая-то хрень еще. И, собственно, процессинг OSD и все остальное. Они называют это BB-board. И здесь TXRX на прием передачу для нашего контроллера. Они говорят, что они поддерживают Betaflight и iNav в провода внутри. Убедитесь, что это счастье вам подходит. Я буду ставить его на KIS. Как будет с OSD, посмотрим. Нет, так нет. Антенка. Собственно, в комплекте нет антенки. Я не уверен, что будут пользоваться именно этим. Кто это у нас? Luminier Axie 2. Но чисто для сравнения. Сейчас мы на секунду все это уберем. Дрон. Собранный. Вся херня. То есть, если мы хотим замаунтить, нам нужно... Сверху не получится. Никак. Очень много места занимает мой стак. Если ваш стак занимает меньше места. Но опять же. Вот стак, вот эта херня, поэтому это еще один стак.
Фалько 4 в 1. Так что ничего особенного. Соответственно, наверное, это будет выглядеть вот так. Ну, или, собственно, вот. Как-то тут сюда может быть 3D Print, повесить его. Ну, короче, как-то это надо будет обыгрывать. Эти 20-е болты, я так понимаю, что это 20 на 20. Вот, и мы можем сюда благополучно все это дело прикрутить. То есть мы просто выкрутим эти болты, сделаем их побольше и нам насадим это на принт. Так, самое интересное. Чё? 13,6. Не видно? Видно. 13,6 грамм. Все это счастье весит. Камера у нас весит. Простите меня, я заменю болты вот этой херью, чтобы не доставать все, не раскладывать. Это не важно на самом деле. Поэтому простите меня за эту грубость. 20,5 грамм, да? Если есть предельчик, опять же, 4 болтика, поэтому 2 болтика. Я думаю, что эта штука, то есть 20 грамм, это вся херня весит. С антенной, с MMCX SMA адаптером, то есть можно все это дело адаптировать под обычную антенну, повесить что-нибудь такое, SMA-ка. Будет нам счастье. Так выглядит VTX. Самое интересное впереди. На самом деле VTX тоже интересная херня, вот они тут показывают, смотрят, как, что, куда. Они предполагают, что MMCX всегда наверху, ему нужно охлаждаться, наверху, сверху стака, сверху еще же точно так же на RF-борде у них power, то есть питалово, снизу у них, собственно, UART. Поэтому, кстати, интересное решение, но, опять же, должно охлаждать, по тому же принципу примерно построено RapidFire, насколько я понимаю и знаю, поэтому сейчас мы откроем эту херню и перейдем к радиомодулю. Он должен крепиться на очки. Как-то у них там все красиво. У меня не фетчаркочки, у меня орка. Поэтому в следующем видосе... Какое она няшная и маленькая. Простите, но это правда очень прикольно. Для сравнения, вышеупомянутые очки, то есть, вот у нас очки, вот у нас эта штука. Сейчас аккуратненько, фетчарк, почему так туго, аккуратненько достанем. Маленькая няшная хрень, с портами снизу, разведем под карточку, питание, очень классная хрень, мне на. Как это вот сюда я буду крепить, я понятия не имею, скажу сразу. То есть я так понимаю. Это, кстати, ладно, да, перейдем крепить попозже. Но давайте посмотрим чисто, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Мы сравним это с батарейкой. 6S батарейка. Вот, собственно, оно того же размера. Оно не очень большое. Но я бы сказал, даже очень маленькое, как для такой конструкции. Весит. Весит это счастье 80 грамм. Это очень прикольно. Я вот даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Я... Как это сделано по сравнению с DJI, с вот этим громоздкой херней, которая никуда не одевается. Очень прикольная херня. Это антенны. Это родные патч антенны, плюс еще две антенны. Мы ставим сюда свои. Это SMA. Соответственно, все наши стандартные дрон антенны с наших очков. Ну, это не с очков конкретно, но все дикие патчи, все, что вы используете, AirHCP, это сюда. Здесь есть штука для обновления. Что-то там я прочитал в мануале, я по обзору скажу больше. Здесь есть джойстик. Когда буду крепить, в смысле, и смотреть, что мы с этим делаем, я расскажу больше. В принципе, вот так эта штука выглядит. Комплект. У нас есть номер нашей передачи. Их 8 каналов, так же, как и
DJI. Я не знаю, те же каналы или нет, я посмотрю, и когда буду кайпить, поговорим об этом. Джойстик, кнопки, все прикольно. Когда подключаешь UR там, к контроллеру, в принципе, UR дает тебе USD, насколько я понимаю. Вернее, он включается, ну, типа, и так сам, крепление до фичарка. Собственно, он включается и так сам. И, собственно, ты можешь с пульта контролить камеру и контролить... Положим сюда. Контролить камеру и контролить сами VTX, чё как, кого, куда, зачем. Маленький коннектор, короткий, кстати. Кстати, очень короткий. Для HDMI. Соответственно, если мы возьмем мою орку, найдем наш мини-HDMI. И пойдем нахер. Простите за мой французский. Вот. Собственно, я. У меня есть адаптер. То есть это будет с адаптером. Хорошо. Это будет сюда. И, собственно, вот так. Нет, отлично. Кабель. Отлично подходит на фетчарке. Доминатор, HD и же с ними. Прикольный, утвержденный, длинный, что важно. Раздвоенный провод, то есть ты можешь питать с одной батарейки и очки и модуль. Можно питать очки отдельно. Есть вот такой коннектор для дополнительного питания, так понимаю, и есть вот такой коннектор для апгрейда. Он вставляется вот сюда и я не читал мануал настолько подробно, чтобы сказать, куда вставляется второй конец для апгрейда. Если я правильно помню, апгрейдятся они через контроллер, через FC. То есть это будет serial port у FC. И туда это все счастье через pass-through в Betaflight, наш любимый. Я на нем давно не летаю, но мы посмотрим, что мы с этим будем делать. Вот. Короче, pass-through проапдейтит нам все в сквозную. Очень прикольная маленькая хрень. Модуль. Крепление его в фетчарку простое. Вот так, сюда. Вот у тебя лапки, они одеваются. Это херя крепится на фетчарковский вот этот вот домик с вентилятором. И как бы все у вас прекрасно и замечательно. Собственно, все. Единственное, что давайте мы еще посмотрим и попробуем чисто запихать. У меня есть Apex тоже предразобранный. Красивенький. Очень низкий стак. Невероятно низкий стак на Apex. И, собственно, наш VTX, который я уже спрятал. Кстати, дроны и вот эта штука, они довольно большие. Возьмем наш VTX и повторим наш следственный эксперимент с Apex. В принципе, ну, тут немножко сложнее будет на все это дело смотреть. Вот. Но, собственно, занимает он примерно такое же расстояние. В принципе, но низкий. С точки зрения высоты, мы совершенно спокойно вписываемся. У нас тут есть, у меня тут еще стендов, и тут на самом деле регулятор борт, листики и до хрена всякой. Но даже если мы посмотрим вот так, он в принципе вписывается в общую модель, в общую высоту этого фрейма. Соответственно, как бы проблем с маунтингом у нас не должно быть. Единственное, что по поводу маунтинга, как я уже говорил, никаких ни ушек, как мы видим, ничего тут нет. То есть маунтится это все счастье, крепится вот на 4 вот эти дырки, я так понимаю, и это будет 20 на 20. Иначе я себе это не представляю. Подключается это все легко и просто. Проводов между вот здесь внутри не должно быть, то есть они сразу говорят, провода нахер. Собственно, все. Красивый модуль,
Посмотрим, как летает, да? Но красивый модуль VTX. Я даже достану. Очень маленькая камера. Прям, ну, нанофактор сейчас. Это прекрасно. То есть вот это все дает вам HD. В принципе, у меня здесь лежат DJI очки, но чтобы не заслонять весь кадр, в руку они не поместятся. Кто держал, знает. Поэтому как-то так. С вами был Артик. Спасибо. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Будет HD-шно скоро. Я не знаю еще, в какой-то он пойдет. Вот это счастье. Я думаю, что в первый синий, который мы смотрели, с Flight One. Возможно, все-таки это будет KISS. И, собственно, мы посмотрим, как показывает это счастье. На данный момент выглядит это очень прикольно. Многообещающе. И стилево. Ну, честно, Fitchark выпускает странные вещи, но вот это очень прикольно. Вот. Я думаю, что эволюция HD камер будет продолжаться. Соответственно, возможно, Анкам выпустит что-нибудь получше. Ну, в смысле, я думаю, они выпустят что-нибудь получше. И, собственно, сейчас мы придумаем, как это вешать на лорку. И будет очень прикольно. Поэтому как-то так. Всем спасибо. С вами был Артик. Fatshark. Sharkbite, Bitefrost. И все, что из этого получилось. Так что, как говорят у нас на родине, ждите, смотрите. Скоро будет интересно.